как дрессируются дельфины? Когда он что-то делает правильно, вздается исток, и дельфин знает, что это правильно, сейчас он получит рыбу. Мы не можем заставить животное ничего делать. Вот, и он понимает, что лучше для него лучше, веселее все-таки что-то делать, работать. И тогда он возвращается и делает что-то. Дорогие люди, не ходите в дельфинариумы, не дрессируйте дельфинов, им там плохо. Они хотят видеть ваши лица, они хотят видеть солнце, они хотят быть не в этих маленьких бассейнах, они хотят быть в море или океанах. Вот вы, например, в следующей жизни согласились бы быть дельфином в дельфинарии? Ну, конечно, хочется больше открытого океана. Дорогие взрослые, пожалуйста, не устраивайте шоу с дельфинами. Вы можете веселиться с друзьями, смотрите «Голос» и другие шоу. Но, пожалуйста, не устраивайте шоу с дельфинами. Им плохо там. И они хотят жить в море на свободе. Thank you.